И снова всем здравствуйте. У нас сегодня 6 октября или 7, не знаю точно, но около этого. Я пошел за шиповником, А здесь вот так. Вот я его вижу. Вот он. Боярки не видно, зато видно облепихи. Вот сколько облепихи здесь. Че, пойдем поближе, подойдем, посмотрим. Не сильно крупный, но есть. Там за березками поле с пшеницей стоит неубранное до сих пор. Все, деревня начинается. Там бараны уже пасутся на этой пшенице, говорят. Вот люди, посадить посадили, а убирать не убирают. Ну что? Или выше забраться еще? Да, что забираться, да? Вот он под рукой у тебя, рви не хочу. Все, начинаю собирать. Ну вот. И все, вот с этого бугра, шиповник, сколько там было? Несколько кустиков. Вот он. Вот так вот. Ну, литра полтора. Пойдем в другое место. Этому спасибо. Пойду куда-нибудь. Куда, не знаю сам еще. Ну вот, еще одно место нашел. Мало, конечно. Мелкий шиповник. Но он есть. Здесь вот так. Был его на той горе. Вот. Вот на этом склоне был. Здесь вот так. А там деревня. Ну как деревня? Частный сектор. А тут кто шлялся прям? Борозда он целая. Ну тут, наверное, охотник доставал дичь. Вон они плавают, кстати, 3 штуки. 4. Я вижу. Чего башкой крутите? Не буду я вас стрелять. Вон одна под самым берегом влево уходит. Вот вторая справа, третья. Вон четвертый селезень вижу. 4 штуки утки утакали. Хорошие, жирные. Их почти не видно. Вот сейчас их вот отсюда пальнуть бы. Дуплетом. В центр. Может быть, какую-нибудь зацепило бы. Но ружье дома лежит. Ладно, пусть живут. Буду собирать шиповник. А вон и поля с пшеницей стоят. Неубранные. Чего резину тянуть-то? Комбайна нет, что ли? Уйдет все под снег. Умом Россию не понять. Рябинка. Ладно, все, пойду вниз. Туда пойду. Калины в этом году просто навалом. Год хороший для нее. Для яблок плохой. Вон сколько ее. Косявая.
последний полет, наверное, бабочки. Улетела. Яблочки он наверху красненькие. Я уже попробовал, вкусное. Мне больше не надо. Вот это слива, это груша. Груш нету. Нашел две штуки больших. Сейчас здесь посмотрим. Но, по-моему, тут их тоже нет. Нет, нашел. Вот она. О, какая. Но ей уже хана. Померла она. Бух. Большие. Но с ветром разбивала. Целых не осталось. А где-то есть. А я забыл где. Опять я вышел в домику. И к сосне. Вот ранетки красивые. Да их много. Мне не надо. Но я съем. Одну, две. Попробую. Вон сколько их здесь много. Кому надо, приходите, доите, берите, сколь влезет. Пропадут. Ой. Фу. Кисло-сладкие по вкусу. Можно, конечно, их трескать, но лучше, когда их морозом бабахнет. Вода они вообще сладкие и хорошие. Фух. Все, домой. Домой, домой, домой. А вот яблочко мне одно оставили. Совсем одно вижу. Наверное, сладкое. Сейчас я его сниму. Не видать его. Где? Нет, вижу два, три. Три штучки. Вон одно. Вон второе. И вот третье. А вот четвертое, вот пятое увидел. Фу, сейчас я их натрясу. А вон на полу валяется. А вон еще одно лежит. А они сейчас самые вкусные. А они сейчас самые сладкие. А вот еще лежит. Вот еще яблоня. Сейчас пойду под ней тоже смотреть. Вон она еще лежит. Сейчас я потрескаю их. Ну-ка. Вот она. Вот она. Сейчас. Да, вкусно. Вот их только сейчас надо брать, а их с зелеными сожрали. Лавочка, не рухнуть бы с нее. Лавочка тут такая импровизированная. Вот она. Яблоко дотрескаю. Птички бесятся. Ну вот,
мои все яблочки. Я уже съел половину. Не половину, а штук 10-15 точно уже навернул. Шиповник мой сушится в батарее. Вот такая длинная батарея.